Здравствуйте, дорогие ребятки! Сегодня вашему вниманию я предлагаю выполнить такие красивые закладки для книг. Каалы. Как они выполняются? Вот сейчас мы посмотрим. Для изготовления таких закладок нам понадобится бумага разного цвета. Вы можете взять оттенки голубого, белого. Хотя медведи эти бело-черные, но вы можете по своему усмотрению сделать таких, каких вы захотите. Значит, сейчас я вам покажу на большом квадрате, как выполняется мама. Вот такая вот большая мама. Вот она выполнена из квадрата А4, из полного листа. Это туловище у нее делается из такой формы. А голова выполняется из половинки А4. Вот. И размер у нее будет, ну, такой приличный. Итак, посмотрите. Значит, больше квадрат для туловища, чуть поменьше половинка для головы. Туловище выполняется из базовой формы двойной треугольник. Вот мы помним, как делается двойной треугольник. Не забудьте обязательно перевернуть двойной треугольник. Так. Вот. А теперь первое действие. Вершину треугольника опускаем до основания. Это первое действие. Хорошо прогладили. Затем открываем внутреннюю часть. Вот она. Внутри у нас треугольники. Вот мы их сейчас должны хорошо расплющить. И постарайтесь расплющить так, чтобы у нас линия вот эта проходила ровненько до вот этого основания. И второй треугольник точно так же. То есть мы расплющиваем. Вот у нас получилась такая фигура, похожая на бабочку. Затем делим пополам всю заготовку. У нас получился вот такой вот четырехугольник. Вот здесь у нас треугольники, а здесь у нас прямой угол. Вот снизу прямого угла откладываем небольшой треугольник и сгибаем его вовнутрь. Все. Дальше. Вот эти вот уголочки, это у нас будущие лапы медведя. Мы их вначале хорошо проглаживаем и затем, используя прием вогнуть вовнутрь, вот эти все четыре уголочка просто вгибаем вовнутрь. Вот так вот. Как мы это делаем? Открываем уголочек и просто утопить по линии сгиба. Все. Вот у нас получается вот такая фигура. Дальше. Внутри треугольника у нас есть вот такие вот треугольнички. Вот вы их сразу подмажьте, чтобы они у нас не мешались. То есть вот именно только треугольники. Вот они внутри. Подмазали. И зафиксировали. И у нас должна получиться вот такая заготовочка. Это у нас туловище. Откладываем в сторону. Берем второй квадрат. Делим его на прямоугольник. И еще раз на прямоугольник. То есть у нас получается вот 4 таких квадратика. Первое действие. Правый нижний угол складываем к середине квадрата и левый нижний угол. Вот получилась перевернутая фигура домика. Переворачиваем всю заготовку. Теперь правый верхний угол складываем снова к середине квадрата.
левый верхний угол точно так же. У нас получился вот такой ромбик. Затем снова переворачиваем. Снизу у нас должны быть вот такие вот треугольнички. Работаем с верхними сторонами. Складываем к середине сгиба воздушный змей. Ровненько вот так сложили воздушный змей с верхней стороны. Так. И вытаскиваем снизу вот эти треугольнички. Вот такая у нас получилась заготовка. Затем нижний угол нужно сложить вот именно до этих треугольничков. А верхний угол вот этого ромбика мы опускаем до самого низу. Вот у нас получилась такая фигура. Переворачиваем. Вот это у нас будет мордочка медведя. Затем, вот смотрите, как соединяем. Вот. Хотите, положение головы можете менять. То есть мы намазываем вначале с обеих сторон вот эти вот уголки и закрепляем голову мамы медведицы. Вот так вот. И с этой стороны просто закрепим, чтобы они у нас не отошли. Вот у нас получилась вот такая большая мама-медведица. Это с бумаги А4. Вы можете нарисовать глазки, носик. Значит, чтобы получить вот такого малыша и маму, какие размеры вы возьмете? Значит, вот мама у нас. Бумага половина А4, голова из четвертинки. Вот получается такой медведь. Это мамочка. Ну и по усмотрению уже вы сами можете затем делать эти фигурки, уже используя размеры. Можете четвертинку взять, можете половинку. Вот здесь уже вы сами будете, используя размер квадрата, делать уже каких вам захочется медведей. А вот теперь посмотрите, как можно использовать эти закладки. Они очень хорошо вот тут вот держатся. То есть я беру книжку, допустим, я вот тут читаю и вставляю все. Вот закладочка у меня готова. Вот у меня уже здесь поменьше. Мама с малышом. Я точно так же. Вот они тут хорошо. И вставляю в уголок. То есть они уже у вас хорошо смотрятся. И в то же время вы не потеряете ту страничку, на которой вы читали. Пробуйте. Желаю вам успехов. До следующих встреч.